Добрый день, дорогие зрители, с вами Open Science на Украине, меня зовут Гуслист Артем. В этом видео я расскажу и покажу вам о том, как проверить тот или иной журнал, если он в Скопусе. Покажу, как можно по вашей стране выбрать журналы конкретно, которые входят в Скопус, да. Также покажу, как по тематике, которые вас интересуют, выбрать журналы скопусовские. Ну, вот как-то так. Во-первых, мы видим сейчас на главной странице сайта Scopus финальную, я так понимаю, версию обновления. То есть вот он уже до конца обновился. В предыдущих видео мы показывали, как это все происходило прямо в онлайн. То есть были разные ошибки, разные глюки системы. Но сейчас тоже все исправили, сейчас уже стабильная версия, 7 июня. Все у нас актуально и работает. У нас по-прежнему остался здесь поиск хирша для каждого автора, да. Вот он. И ресурс, с которым мы сегодня будем работать, как он там называется, source. Скопусовский. Ну, то есть, иными словами, это список журналов, которые входят в Скопус. Очень часто нам задают вопрос, входит ли там какой-то журнал в Скопус. И вот, чтобы любой пользователь научился и мог в дальнейшем сам смотреть, в Скопусе ли этот журнал или нет, с ним, ну, мы, короче, вам сейчас это все покажем. Так, начнем. Ну, во-первых, самый простой способ понять, в Скопусе журнал или нет, это взять его название, да, ставить в строку поиска. Видим, результат не найден. Окей, по названию может где-то какие-то быть, ну, разное название, в общем, правописание. Посмотрим теперь ICCN. Сначала print ICCN выбрали, да, видите. Нажимаем поиск. Не изменилось. Уберем дефис, попробуем. Тоже результата не найдено. И точно так же онлайн ICCN. Ну, либо если у вас нет онлайн ICCN, то просто print. Так, сначала мы с дефисом проверяем. Нет. Без дефиса. Нет. Значит, пока что журнала в Скопусе нет. Как бы вот вся методика проверки очень даже и очень просто. Ну, можно взять там какой-нибудь для сравнения журнал, который есть в Скопусе, да, сейчас. Какой-нибудь. Возьмем вестник зоологии. Так. Английское где-то название его бы найти. Вот. Берем название. Вставляем в строку search. И главное, title. Вот он у нас здесь отображается. Вот вестник зоологии. Панасос, видим, открытый доступ, да. Сайт скорость, UR, SNP, ну что-то такое не буду рассказывать. В прошлых видео рассказывал. Как бы открываем. Да, действительно, это он. Сверить по ICCN, вдруг кто-то сомневается. Ну да, это он. То есть вот так вот узнается, дорогие зрители, есть ли интересующий вас журнал в Скопусе. Ничего сложного, ничего военного. Теперь будете знать, как это делается. Теперь есть еще момент, как выбрать, допустим, журнал, да, посмотреть все журналы вашей страны. Для этого на этом же ресурсе Source есть ссылка Download Scopus Source List. Мы скачиваем. Видим, что у нас сейчас здесь апрельская версия, апрель 2017. Открываем. Открывается Excel файлик.
У меня 2007 Excel, не знаю, у кого из пользователей какой, поэтому показываю на примере своего. Здесь мы видим номер журнала, запись просто в базе данных, название, print онлайн SCN. Видите, да, они здесь идут все без дефисов. Активный или неактивный. Ну, то есть, я так понимаю, я не понимаю, что это значит. Скорее всего, живой журнал типа или нет. Что-то такого рода. Это диапазон. Ну да, правильно, видите, вот редактив был в Scopus с 2002 по 2011 год. Какой-то 21 век музыки. Ну, короче, как-то так. Это его вот активные, которые с 2014 там до 15 и до теперешнего времени. Потом языки статей. Идут показатели. Сайт скорость, UR SNIP за 13, 14, 15 год. Потом список баз данных, основных, в которых есть, да, там, Medline, там, 2, Шаруат. Добавлены в апреле, вот, Edit Release Science в апреле. То есть в апреле, которые добавлены, вот есть список. Тип журнала. Чего тут? Не знаю, чего это, но оно, в принципе, не нужно. Из всего этого нам реально необходимо это название, 2 SCN, актив, инактив. Как бы, ну, показатели, я думаю, чем больше, тем лучше будут. Это и так понятно. SNIP, CTR и SiteScore. И нам надо. Вот страна издателя. Вот мы видим Publishers Country, да? Вот этот столбик идет. И потом идет у нас вот разными цветами выделены тематики, которые тоже нам надо. К примеру, теперь давайте смотреть. Нас интересуют журналы, которые входят в базу данных Scopus в апреле 2017 году по Украине. Нажимаем сортировка и фильтр. Нажимаем фильтр. Ага, ну да, правильно, нажимаем фильтр. Теперь у нас появилась галочка. Так, стоп, надо выделить все, прошу прощения. И нажать фильтр. Теперь ищем наш столбик под названием Publishers Country. Нажимаем на стрелочку и открывается фильтр со всеми странами, которые тут есть. Мы выделяем, убираем выделение со всего лишнего и ищем только нашу Ukraine или там Russia или чего-нибудь другое. Вот нажимаем Ukraine. И у нас теперь отображаются здесь только все журналы, которые входят в украинские журналы, которые входят в Scopus. Проверим, да? Листнем вниз. Вот, видите, все. Все журналы, которые есть здесь, все отображаются. А пусть вас номера строк не смущают, потому что, ну, мы просто выключили с вами лишние страны, которые нас интересуют. И теперь можно, как раньше, смотреть, какие журналы входят. Украинские журналы входят в Scopus, да? Вот список там. Теперь можно сделать по стране, да, и там по наукам, допустим. Какие науки вас интересуют? Возьмем, допустим, а, нет, по наукам не получится сделать. Одновременно два фильтра, скорее всего. Сейчас вместе с вами проверим. Мне только что идея в голову пришла. Можно ли сразу по двум показателям, да, по стране и отсюда уже брать по наукам.
Так, ну пока что я не вижу этого. Да, наверное, нельзя. Ну да ладно. Нам и так здесь, в принципе, все, что надо, все здесь есть. Также хочу обратить внимание, что красным выделены это журналы, которые уже вышли из корпуса. То есть их попросили удалиться, скажем так, из базы данных. Ну, вот посмотрели украинские журналы, да, допустим. Отменяем действия наши, чтобы вернуться ко всем остальным журналам. Вот у нас весь список обратно активен. Давайте теперь посмотрим по, там, допустим, химии. Все журналы, которые есть по химии. Окей. И вот таким образом у нас отобразили все журналы, которые связаны с химическими науками. Вот видите, везде одна chemistry. И выбираем журнал там по вашей тематике. Все, главное смотрим, чтобы он был актив. Вот и вся военная тайна, что касается поиска подходящего журнала для публикации ваших статей, да. То есть сложного видеть ничего нет. Как бы принцип в 2003-м, Excel в 2010-м один и тот же. Выделить все таблички в Excel и зайти в сортировку и там с фильтрами поиграться, и вам откроется список украинских журналов Scopus или там российских, ну любой в принципе по фильтру, который вы зададите, те журналы вам и отобразятся. Вот и все, можете спокойно теперь выбирать тематики, журналы. А, кстати говоря, отсылочка к обратно к сурсу скопусовскому. Поиск по названию title, по названию по SCN я показал, да, а еще есть по сабчиктам, то есть по тематике сразу можно искать здесь на самом сайте Scopus. По стране, конечно, поиска не будет, но по самой дисциплине, да, по предмету можно. Ну там где там та же chemistry. Нажимаем дисплей. И отображаются все у нас по chemistry журналы. Ну, вот и все. Как бы будут вопросы или вдруг где-то замечания к видео, пишите нам комментарии, оставляйте, пишите нам на почту. Ссылку я дам на Scopus на всякий случай в описании под видео, может, она кому-то понадобится. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.